танцевать. Угу. Музыку, да. То есть на месте, в принципе, никто не сидит да, на ваших выступлениях. Да. Вы, мне кажется, зал поднимаете. Нас... Хочешь, не хочешь, они встают. В афише написано «танцы». А, «танцы» у вас написано? Да, да. У нас сегодня «танцы» в афише не написано, но, в принципе, вы можете смело зажигать дома. Тем более, никто не видит наверняка, либо кто-то на кухне еще ужин готовит. Поэтому танцуйте вместе с нами. Следующая вещь – женщина, да? Да. Прошу. Это наша такая смелая версия. Стиляги Бэнд в прямом эфире у меня сегодня и обманщик Алексей, который говорит, что не танцует, а на самом деле зажигает здесь похлеще прочих. 617-51-97 номер нашего телефона. Людмила из Санкт-Петербурга. Людмила, добрый вечер. Добрый вечер, добрый Владимир. Добрый вечер, ребята. Слушаю вас. Вот, ну, хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы возрождаете старые замечательные песни. Ага. А у меня к вам вопрос. А вы сами на каких песнях росли? Ну, на разной тоже музыке, наверное. Лёш, на каких?